Рассказывайте, Дмитрий, как вам удалось снять такое чудо? Мне очень приятно то, что все-таки на этой замечательной выставке есть маленький кусочек подводной России. Очень жалко, что формат выставки не позволил предоставить большее количество работ. Всего 13 замечательных работ. Но, тем не менее, мы здесь присутствуем. И наша Россия представлена многообразно с разных точек зрения. Спасибо.